Дорогие друзья, сегодня приготовим вкусный торт «Пьяная вишня». Для теста нам понадобится 9 яиц, 170 грамм сахара, 130 грамм муки, 80 грамм какао, пол чайной ложки разрыхлителя. Взбиваем хорошенько яйца и сахар. Наш корж готов, крем готов. Осталось собрать нашу пьяную вишню. Для этого за сутки или за несколько часов надо вишню 400 грамм замочить в коньяке или в другом спиртном напитке. Что у вас есть? Можно ром, можно даже водку. Потом сцеживаем вишню. В крем добавляем крошки от нашего очищенного коржа. И в конце добавляем нашу вишню. Вот такая вкусная ароматная смесь у нас получилась. Пропитаем наш корж сиропом от вишни. Пропитаем верхний слой. И оставим на 10 минут. Сейчас вот в таком виде кладем в холодильник и оставляем на 3-4 часа. Потом достаем и сверху поливаем глазурью. Дорогие друзья, наша пьяная вишня готова. У меня два, потому что у меня гости. Надеюсь, им понравится. Готовьте на здоровье! Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.